Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. РПЛ стартовала неделю назад, а вот игры в юношеской футбольной лиге стартуют именно сегодня. Почему это важно? Хотя бы потому, что здесь играют будущие звезды российского футбола. Раньше таковыми были Даниил Худяков, Артем Карпукас, Александр Коваленко, Сергей Пеняев, Руслан Литвинов. Все, теперь ничего не мешает нашему матчу стартовать. Случал свисток Даниила Саитова. Ну и мы начинаем наблюдать за этим поединком. Первые минуты посмотрим, какими они получатся. Одной и другой команды. Дубровский подает. И мяч выше перекладины пролетает. Это Глеб Гридин атаковал. По правому флангу как раз Александр Евстратов. Мчится вперед. Будет момент, будет удар. И как же здесь Криульский не попадает по воротам. Момент мог быть бы крайне опасным, он таковым и являлся. Единственное, что оставалось, попасть в ворота. Манукян здорово в касание находит передачу партнера. И дальше атака летит, развивается. И Строгино имел сейчас реальный шанс для того, чтобы отличиться. Ну а мы видим повтор. Повтор момента, который возник у Альберта Минасяна. В общем, продолжается атака. Здесь момент возникает в составе команды «Родина», и был близок Андрей Лацук к тому, чтобы отличиться. Хорош Фадякин, оставляет его не удел здесь. Раджабова, продолжается атака, будет удар, и это гол! Первый гол «Родины» в ЮФЛ. Его автором становится Никита Дубровский. «Родина» выходит вперед. Фадякин. Какую же роль сыграл Илья в этом голевом действии? Маханов, заброс на Глотова. Дальше Лацук бьет. Это 2-0. Мяч на центр. Андрей Лацук увеличивает преимущество «Родины» в этом матче. Посмотрим еще раз повтор. Маханов сразу же оценил ситуацию. В касании дрессовал мяч. И сканул он через ногу Глотова. Прозвучит финальный свисток. Так оно и есть. В матче ЮФЛ 2 первого тура между командами «Родина» и «Строгино» победу одерживают хозяева, футболисты «Родины». Забитыми голами отметились Никита Дубровский и Андрей Лацук. Мы поздравляем «Родину», игроков, ее болельщиков с первой исторической победой в ЮФЛ.